Сегодня состоялся рабочий визит главы Ленинского муниципального района в Красногорск, где Валерий Венцель встретился с губернатором Московской области. Андрей Юрьевич Воробьев принял главу муниципалитета в своем рабочем кабинете. Здесь состоялся разговор о важных темах, волнующих жителей поселения района. Как решаются проблемы, которые мы обсуждали с жителями, это прежде всего история с КНС, канализацией, которую мы должны были решить. И вторая тема очень острая, это вижу по обращениям, это, конечно, транспортная ситуация. В первой части вопроса Валерий Николаевич доложил главе Подмосковья о ходе реализации программы по строительству канализационно-насосной станции. Был также затронут вопрос о финансовой помощи региона для полной ликвидации локальных очистных сооружений. Есть запрос, Андрей Юрьевич, хотел бы обратиться к вам за помощью. Если одно строит у нас застройщик, который в графике, и мы контролируем там ситуацию, то по второй КНС нужна финансовая помощь в размере 50 миллионов рублей. Губернатор обещал поддержать муниципальные власти и в вопросе строительства КНС, и в реализации стратегии развития транспортной инфраструктуры муниципалитета. В настоящее время направлена заявка в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры на выделение субсидии из бюджета региона.